хочется купить что-то особенное, а цены кусаются? Это духовка – ответ на вопрос, как сделать инновации доступными. Стильный белый цвет станет прекрасным дополнением к дизайну вашей кухни. Автоматизированная сборка на заводе Electrolux обеспечивает качество, надежность и долговечность работы духового шкафа. Режим конвекция в духовых шкафах – это динамическое движение воздуха. В некоторых случаях вы можете наблюдать неравномерное пропекание в рамках одного противня, к примеру, если вы делаете пирожки. В этой духовке смещенный вентилятор формирует особое движение воздуха. Такое направленное движение воздуха обеспечивает гораздо более равномерный цвет выпечки на всей площади противня. Выпечка, жарко даже на нескольких уровнях в этой духовке пройдут безукоризненно. Панель управления с дисплеем и таймерами сделает использование этой духовки очень практичным и комфортным. Таймер «Продолжительность» отключит духовой шкаф через заданное время. Функция «Отложенное приготовление» позволит приготовить ваше блюдо к назначенному времени. Это удобно, когда вы ждете гостей или ушли на прогулку. Утапливаемые регуляторы обеспечивают дизайн и гигиену использования духового шкафа. Если вы готовите жирные продукты, например, курицу, и открываете дверь, утопленные регуляторы не пачкаются, а значит, выглядят всегда чистыми и опрятными. Чистить этот духовой шкаф очень просто и легко. Эмаль легкой очистки, прочная, надежная, выдерживает даже самую мощную химию, к примеру, средства для духового шкафа от Electrolux. Для удобства и простоты очистки боковые направляющие очень легко снять. Чтобы удобнее было мыть духовой шкаф внутри, лучше снять дверь. Здесь это сделать очень просто. Уберите защелку, закройте дверь, и вот она оказалась в ваших руках. Аква-очистка сделает мойку духового шкафа более простым. Налейте немного воды, добавьте уксуса в нижний противень, включите нижний нагревательный элемент примерно на полчаса. Это позволит размягчить загрязнение и упростить очистку духового шкафа. Увидели небольшие загрязнения между стеклами? Никаких проблем. Стекла очень легко снимаются без специальных инструментов. Уберите клипсы, выньте стекло. Стекла можно мыть в посудомоечной машине. Скачайте специальное приложение «Рецепты Electrolux» на свой телефон или планшет. Десятки рецептов с пошаговой инструкцией. Рекомендации по очистке и обслуживанию. Инструкции по эксплуатации всегда под рукой. Скачайте рецепты Electrolux прямо сейчас. Зарегистрируйте ваш духовой шкаф на сайте electrolux.ru и получите возможность участвовать в онлайн-кулинарных мастер-классах под руководством профессионального шеф-повара. Готовьте вместе с профессионалом у себя дома.